Море акварели 2018. В Одессе в Музее западного и восточного искусства открылась вторая всеукраинская и международная выставка, в которой принимают участие 260 художников-акварелистов из разных стран мира. В нынешнем году темой экспозиции стало творчество украинского кобзаря Тараса Шевченко. Вторая всеукраинская и международная выставка «Море акварели» открылась в Музее западного и восточного искусства. Вообще, это не просто выставка, это выставка-конкурс. Несмотря на колоссальное количество участников, их 260, и приехали они как из разных городов Украины, так и всего мира, жюри придется выбрать лучших. Эти работы прошли серьезный отборе. Высокопрофессийное жюри было, очолював его президент Академии мистецтв Чебикін Андрій Володимирович, він і учасник. Представники Національної спілки художників України сиділи в відборі. Ну і я, як куратор, теж присутній був. Я скажу, що це одна з чотирьох робіт, один з чотирьох авторів був відібраний для проходження цього бієнале. В нашем городе акварельная живопись давно утвердилась как полноценная, а не только как прикладной вид искусства. Королем акварели в Одессе в свое время заслуженно называли выдающегося живописца, одного из основателей товарищества южно-русских художников и преподавателя Одесской рисовальной школы Геннадия Ладыжинского. Так что выбор города для организации выставки отнюдь не случайен. Є в нас, як кажуть, потенціал творчий, дуже потужний в акварельному напрямку, в акварельному живопису. І надіюсь, що це бієнале буде набирати тільки таку потужну силу, і ми представимо не гірше, ніж в Китаї, в Італії чи в Англії традиційні країни, де дійсно дуже серйозно відносяться до акварельного мистецтва. Что ж, похоже, с каждой следующей выставкой нам открывается еще одна страница современного искусства акварели. И нетрудно догадаться, что основная цель организаторов выставки – собирать и представлять публике максимальное разнообразие идей, образов, подходов, которые демонстрирует сегодня эта многоликая, непростая и столь любимая многими художественная техника акварель.